Саша, постой. А, ну да, ну что это я себя не дам. Сегодня у нас была фотопрогулка с детками в 10:30, а сейчас у нас будем вешать кормушки для птичек. Да, мама, да, сына. Все? Ну, конечно, все. Так легко. Скажи, мы где? Мы? Я, ты. Ну да, мы. А где потом это посмотреть? Сегодня мы собрались с девчонками для того, чтобы провести флешмоб на тему «Береги природу». Также к нам присоединятся сейчас школьники, будем вешать кормушки. Флешмоб у нас организован для того, чтобы объяснить и окружающим взрослым, и деткам о том, что нужно беречь природу, нужно беречь птичек. Сейчас наступают холода, мы будем вешать кормушки, будем их подкармливать. Работе говорит. Вы постреляете? Да, да. А тут... Давай мы повесим ее вот так. Мы с мамой брали баклажку, потом ее вырезали. Вот тут. И покрасили акварелем вот тут вот. Какие цвета? Желтый и синий. Красиво! Давай ручку. Держи тебе за старание. И тебе за участие. Придешь нам еще? Да. Честно? Да.